Скоро я к тебе вернусь, как не весной корвета. За рекой туман, за рекой граница, может, по кустам крыш враг волчицы. Только правильно знай, подружка, с дверью не прорваться, а прорвется, так придется пулей повстречаться. Жди меня, моя Маруся, чаще жди приветы. Скоро я к тебе вернусь, а не зимой так лето. Жди меня, моя Маруся, чаще жди приветы. Скоро я к тебе вернусь, а не весной так лето. В 1942 году 17-летний Радыгин ушел добровольцем на фронт. Старший сержант, командир отделения 158-й стрелковой дивизии Евгений Радыгин в часы отдыха не расставался с баяном, устраивал на привалах концерты для солдат. В апреле 1945 года в бою под Берлином был тяжело ранен, награжден медалью за отвагу. В 1945 году Радыгин демобилизовался и поступил в Уральскую государственную консерваторию на композиторское отделение. После окончания консерватории в 50-м году он занял должность заведующего музыкальной частью Уральского государственного русского народного хора. Вместе с хором он объездил Урал, Сибирь, побывал во всех союзных республиках и за рубежом. Эти поездки оказали огромное влияние на композитора, обогатили его новыми темами и образами. Под сильным воздействием образов народно-песенного фольклора Урала складывался индивидуальный почерк композитора. В исполнении хора послушайте две песни Евгения Радыгина на стихи Евгения Радкевича «Наша Родина, Урал». Словно камушки алмазные, ходят звездочки в мигах. От Европы и до Азии здесь буквально два шага. То льдина, то смородина, то зеленый, то зеленый Краснодар. Наша родина, наша родина, наша родина.
стихи Смирнова Смелого. Бригада боевая. Интересно, знаете вы эту песню? Нет, нет. На испанском, немецком, французских языках. Многие песни Евгения Радыгина стали народными. Их исполняют в концертных залах, на улицах во время праздников и в быту застолье. Прозвучит песня на стихи Антона Пришельца «Куда бежишь, тропинка милая?» Исполнение Полины Ежовой. Скоро, да, забивает.